моя любимая доченька. Вы сегодня какой-то слишком серьезный, мой уважаемый чародей. Тьфу. Или, может, у вас есть какие-то новые предложения по улучшению нашего королевства? Вот же зараза. Завтра на закате принцесса станет моею супругою. А если нет, не бывать тому. Ой, что делается? Что делается? Ой, скандал! Ой, катастрофа! Ну. До завтра. Что же нам делать? Кто нам поможет? А чтоб тебя. Ага! Где у вас тут можно переночевать? Лучше бы тебе здесь не задерживаться. Но если хочешь, то можешь остановиться в старом доме. Если не припугаешься. А вот это как раз и нужно. Ой, чур меня, чур меня! Есть хочешь? Ну, садись. Чего стоишь? Чего дома не сидишь? Да вот. Говорят люди, что я только когда перепугаюсь, счастливым стану. Потому и пришел сюда, что слышал, будто тут живут самые напуганные люди на свете. Вот и научат они меня пугаться. Тебе тогда на кладбище идти надо. А где тут кладбище? Чтоб завтра все было готово. И что тут такого страшного? Тебе не страшно?
Нет. А так? А что ты делаешь? Я таких еще никогда не встречал. Что ты здесь делаешь? А, пугаться учусь. Тебе в замок идти нужно. Там тебя по-настоящему напугают. А топор? А топор тебе еще понадобится. Моего знака. Ну ты и герой. Да брось ты этот мусор. Мусор? Это не я, это не я. Это случайно. В замок. Поможет! Ой, скандал! Ой, катастрофа! Ой! Ой! Ой.
скандал! Ой, катастрофа! Неужели не найдется спаситель? О! О! О, добрый рыцарь! Спаси мою дочь от злобного лиходея, колдуна! О, добрый рыцарь! Где этот колдун? Ой! Что это? Где моя невеста? Что? Что это? Ах ты, малявка! Сейчас ты умрешь! А? Спасите, помогите! Хулиган! Несчастная дочь. Она погибла. Колдун-то шулер. Ох, как же я за тебя испугался. Испугался. Испугался.
пока.